В заповеднике Ненецкий подвели итоги очередного полевого сезона на самом отдаленном участке острова Матвеев. Здесь, в Баренцевом море, располагается одно из крупнейших и, вероятно, ключевых лежбищ атлантического моржа. По подсчетам, максимальное количество животных, зарегистрированных в этих местах, 2050 особей в октябре 2016 года. В этом году специалисты насчитали порядка 1700 моржей. Тем продолжит Ольга Русул. Наблюдения за моржами на острове Матвеев специалистами заповедника ведутся уже на протяжении 3 лет. Сезон 2018 по сравнению с прошлым годом был менее удачным. Долго держался лед, и начать мониторинг удалось только в сентябре. Очень долго стоял возле Матвеева лед. А так как моржи – это погофильный вид животных, то есть это животные, жизнь которых очень тесно связана со льдом. И при любых обстоятельствах они предпочитают все-таки проводить свое время свободное, отдыхать на льду. Вот. На сушу они выходят исключительно только когда уже льда вообще не остается вокруг их кормовой базы. В этот полевой сезон подтвердилась информация, что к осени самцовое лежбище становится разнополым. С севера приходят самки с детенышами разных возрастов. Моржи выбирают Матвеев, потому что здесь меньше присутствия людей. Специалисты отмечают случаи нарушения природоохранного режима заповедника со стороны морских судов. Они слишком близко подходят к берегу, вызывая беспокойство животных. Знаем о том, что, например, на Вайгаче происходят такие ситуации, когда животные сейчас все реже выходят, например, на известную косу Лямчина, где одно из крупнейших лежбищ тоже наравне с нашим, и уходят на другие острова рядом. Карповые острова, например, туда, куда туристы особо не приходят. Атлантические моржи – своего рода индикатор состояния Арктики. Поэтому информация о них тщательно собирается исследователями со всех мест их дислокации. Информации у нас еще очень мало, вот, и мы только накапливаем базу. Мы пока не можем сказать, насколько у нас благополучно обстоят дела. Есть много разных разрозненных данных, которые надо сначала все вместе связать и проанализировать. Все исследования специалистов заповедника Ненецкий будут предоставлены на международной конференции «Морские животные Арктики», которая состоится в Архангельске в начале ноября. Одно из предложений, которое планируется озвучить на конференции, касается необходимости расширения охранной зоны возле арктических островов заповедника Ненецкий для сохранения этого значимого лежбища моржей. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».